Юрец, расскажу тебе историю. Кажется, мальчики пришли, да? Расскажу интересно. Сегодня мы с тобой смогли заработать килограмм мяса. Мы это заработали точно. На него. Всю кашу, мальчики трудом. Килограмм мяса заработали. Правда? Мы правда. Купили килограмм мяса в ближайшие сроки. Сейчас у нас помогаю. Осталось... 350 рублей еще, Юр. Да, мы 350 рублей. Мне кажется, мальчики принесли килограмм мяса, Ксю. Ого, дай посмотреть, Кать. Сделали хорошее, приятное настроение людям в маршрутке. И там уже в самой маршрутке мы заработали, Юра. 50 рублей. Так вот я о чем и говорю, что мы вам не интересны. А мы сделаем так, что мы даже вам были стали интересны. Да, мы это сделаем, Изольда Кац. Даже вам мы будем очень интересны. Макс, передай, пожалуйста, Ваське вот так. Он все передает. Необходимо быть осторожнее со своими словами. Вот Милана передает. Необходимо быть осторожнее со своими словами. Хорошо. Но что значит ее нет, пишет Изольда Кац. Тихо, Юра, тихо. Она тихо, на месте. Нет, она здесь. Она на месте, да. Нет, она здесь. Нет, шестого нет наследства. Изольда Кац, уважаемая, все на месте. Она в душе купается. Где мои вещи? Что с тобой? Вещи мои где? Хорошо, а как я пока... Лия, пожалуйста. Ты видишь, у меня пропал голос? Изольда. У меня что-то голосом, я заболела. Все, не трогай меня, пожалуйста. Пойдем. Все, я разберусь сама. Изольда Кац, у нас Лия немножко приболела. Моя маленькая девочка. Прикрою тебя. Все, что в ней находится, вся ее энергия, вся душа, вот именно здесь сейчас пока временно. Вставайте. Ну что, ребят, нашли Лию. Вот Вась Васич пришел. Вот и я, Изольда Кац. Вот Вась Васич, как то животик, как животик. Я что-то очень проголодался. Есть тушенка у нас? Нет, Изольда Кац, Лии нельзя показывать. Она, нет, мы можем показаться, но она очень припухла. Ее сегодня ночью укусили пчелы. Укусили пчелы и немножко раздуло лицо. Очень и сильно. И можно это... Вась, Макс, скажи Васичу, что не задевает своим пузом. Ну, ты задеваешь пузом. Причем здесь Черныш? Какое он имеет право здесь командовать и вообще? Его слово здесь закон. Так, ребята, сядьте за стол, возьмите все за руки, пропустите через себя, что вы одна семья, вы команда. И не имеете права кого-то из нее терять. Нет, не имеем. Давался, но вот это вот самый главный шанс, наверное, который нельзя упускать уже. Я люблю вас. И мы все боремся за семью. Стараться исправиться и сделать все возможное, невозможное, чтобы мы вернули Лию и шли до конца. Всех нас она спасла. Вы должны это усвоить, запомнить, вспомнить. Знаешь, что я думаю? Смотрители очень любят наше творчество. Когда мы делаем что-то творчество... Кто это? 20 дней над вами смеется весь мир, Изольда Кац. И ты нас из себя не выведешь. И мы дойдем до конца, Изольда Кац. Не провоцируй нас так больше. Каждый из нас может сегодня придумать что-то, что покажет. Нас здесь 6 человек. Даже может Милана участвовать в этом. Ты хочешь, чтобы мы придумали творческие вещи и их показали? Мы сегодня... Номер тапочки. Будет называться «Карманный кореец». Ой, Юра, карманный кореец. Пошел. Ксю, я думаю, карманный кореец не получится. Получается, как это жутковато. Не знаю, Макс. Не, я не могу сесть. Макс сядет, но я же не так. Максим, встань, как это делать Лия. Но Лия так же. О, да, Лия любит прыгать. Изольда Кац это маленькая, маленький император или императрица на троне. Он на таком... Твой правитель! Смотри, короче. Спасибо, Максим. Что ли? Если бы, например, сейчас Юрий с Максимом снова встали, сказали это ограбление, а мы бы включились. Действительно, мы в игре, и мы должны были быть готовы и как-то... Вась Васич! Ты, Вась Васич, быстро! Нет!